Так что вижу, что у этой цифровой кафедры большое будущее. Вот эти вот технологии калёнинга, которые проистекают из возможности зонирования помещения, из возможности разных комбинаций в части формирования малых групп, это тоже будущее учебного процесса. Калёнинг – это большая перспектива. И я думаю, что вот это новое, инновационное, красивое, суперсовременное учебное пространство даст старт в этом кампусе и этому новому направлению. Сейчас наиболее актуальным является вопрос наполнения учебных программ, учебных дисциплин практико-ориентированной математикой. И у нас каждый пятый преподаватель в этом кампусе – это преподаватель практика. Поэтому наша задача – сделать еще более востребованными наших выпускников на рынке труда. И эта востребованность должна происходить не только из уважение к бренду финансового университета, но и в наличии тех компетенций, которые сегодня должны быть у современного айтишника. Более того, мы в этом году делаем принципиально новый эксперимент. Мы первыми в России и единственными пока добились образования права выдавать диплом двух квалификаций, обе которые записаны в диплом. И сделали 6 комбинаций пар специальностей. То есть сейчас уже мы понимаем, что не актуален просто экономист и просто финансист. Почти на всех добавляется IT-составляющая. А это значит, что вот эта цифра, которая инкубируется здесь, она должна быть составной частью обучения на всех факультетах, всех наших студентов. И я думаю, что вот это вот первенство мы должны эффективно использовать, заняв новую нишу на рынке труда. Финансовый университет крупнейший финансовый в стране, крупнейший частный финансовый институт в стране. И поэтому сотрудничество в банке финансового университета – это, наверное, стратегический проект. И поэтому не случайно, что мы создаем цифровую кафедру с IT-факультетом. Станислав Евгеньевич рассказал, что стремится делать образование практичным, чтобы студенты, выпускники, попадая на работу после вуза, не только что-то знали, но уже что-то умели. И я рассчитываю на то, что наша цифровая кафедра на этих факультетах несут вклад. Наши специалисты, которые непосредственно работают, которые практики, будут здесь делиться именно своим практичным опытом.